Здравствуйте, дорогие мои друзья. Продолжение той самой истории, противостояние между мной и говносборщиком. Даже можно сказать, противостояние наше против говносборщиков, потому что то, что вы сделали, можно назвать настоящей борьбой. Канал Уралсофта с Ютуба был удален. Возможно, скоро будет удалена группа с ВК. Также многие люди пошли еще дальше. Об этом я пока не буду разглашать. Кто-то даже влияет на работу данного сайта Уралсофт. Но я хочу вам показать, знаете, очень интересное явление. Называется Help, крик о помощи. Когда мошенник-говносборщик сам просит своих жертв его защитить. Вероятно всего, наш товарищ, пациент думает, что если вдруг мой канал удалят, а удалят его, скорее всего, ну максимум на дня 3, и можно будет очень легко все это дело обжаловать, он думает, что я прекращу свою деятельность. Дорогой мой престарелый друг, даже если я прекращу свою деятельность, ее продолжат другие. Так как люди начали понимать, что все ваши говносборки и вы сами являетесь пережитком прошлого. Таким своеобразным антисанитарным явлением в современной IT-индустрии, можно так даже сказать. Смешно, да? Ведь нужно понимать, пока это просто ролики на YouTube. Вот я, допустим, находясь на территории Республики Беларусь, могу только ролики снимать. А кто-то же может работать и в милиции. Кто-то может работать судьей. Кто-то может работать на корпорацию какую-нибудь. Времена меняются. И скоро к вам, товарищи, ко всей вашей орде могут прийти домой из милиции. Или как там по-новому, полиции. Но просить о том, что бы ваша совесть проснулась, не вижу смысла, так как вы обозвали моих подписчиков долбоебами, вроде бы так вы их назвали. Удалится один канал, создастся другой. Удалится и следующий канал, потом создастся еще один канал. И со временем еще больше людей будут против вас объединяться, потому что мошенникам нет места в 21 веке. Для тех, кто переживает, что если в случае временной блокировки канала не смогут со мной связаться или посмотреть мое видео, что вы делаете? Переходите на мой канал. Ну, даже вот можно перейти на главную страницу. Тут сбоку в колоночке есть Лещенко Лайф. Данный канал является дубль-каналом. Данный канал как раз создан на данный случай. Для подобных случаев, если в случае какого-нибудь такого конфуза, когда какой-нибудь мерзавец решит меня наказать. Поэтому на всякий случай рекомендую подписаться на вот этот вот канал. Подписаться очень легко, нажимаете подписаться и можете нажать на колокольчик. На данном этапе канал имеет 100% замечательную репутацию, мы не нарушаем никакие права, у нас 100% уникальный контент. Скриншот данного заявления я отправил в поддержку YouTube на всякий случай. Все сообщения о жалобах также мониторятся. И, кстати, поддержка YouTube уже ответила. Посмотрите, что она ответила. Золотой эксперт по продуктам пишет. Дмитрий Шишкин, за что ему большое спасибо, приветствую. То есть я сделал скриншот на данное сообщение господина Урала, отправил ему, и что он нам сообщает. А сообщает нам вот такое. Приветствую. Если на вашем канале нет нарушений, а нарушений нет, то беспокоиться не стоит. Ложные жалобы ни на что не повлияют, даже если их будет тысячи. С уважением, Дмитрий Шишкин. Огромное спасибо. Ставим «да». Здесь, видимо, написано, если вам было это полезно, нажмите «да». Да, это было мне очень полезно. Благодарю. На этом данный ролик я заканчиваю. Победа будет за правдой. Спасибо за вашу поддержку.